Меня зовут Алина, я пиар-менеджер кинофестиваля «Амброзия». На кинофестивале и тем более на кулинарном кинофестивале я впервые. И могу сказать, что в России это первый опыт проведения подобного кинофестиваля. Что касается фильмов и еды, то до этого мне приходилось смотреть только ролики из серии «Ночь пожирателя рекламы». Или какие-то сцены из художественных фильмов, где красиво показана была еда. Но такого количества документальных исследовательских работ о кино, о еде и напитках я никогда не видела. И могу сказать, что это не только произведение искусства о продуктах, но это скорее исследование на тему культуры, национальности, религии, политического устройства в стране. А общаясь с участниками кинофестиваля, я понимаю, насколько все разные, но насколько все же нас всех объединяет любовь к продуктам, к еде, к красивому, каким-то традициям семейным или национальным. Поэтому всех приглашаю на кинофестиваль «Еде», и спасибо, что вы с нами.